Мы знаем друг друга не первый день. Я вот смотрю на Аиду. Аида на самом деле вот такая была. Я помню, у нас тут слет, ученический приказ, краевой слет был. Вот баханчики вышли на сцену, наш министр Башкаев встал и обнял этих детей. Это, конечно, в первую очередь работа и забота Вадима Кочевниковой. Я хочу пожелать от себя лично, от имени всех, от имени отдела, большого счастья, здоровья, сил. И я хочу вот вам, организатору этого дела, сказать большое спасибо. А детям, я вот смотрю, многих я их знаю, ну, трудности у вас будут. Оставайтесь с людьми настоящими, как бы там ни было. Вот этот период пройдет, деньги делают все. Все же будьте людьми. Я вот, например, слушала ваши ответы и как-то вот иду спокойно. Что вы можете мыслить, думать, интересуетесь чем-то? А то у нас сейчас погоня за этими медалями. А что под этими медалями подразумевается? Это не для протокола, это всем ясно. Главное, что вы можете мыслить. А эти медали кто может получить, а кто может и не получить? А сколько у нас способных остается без этих медалей? Мы это все прекрасно знаем. Вот я всем тут сидящим, мы все будем сдавать экзамены вместе с вами. Удачи всем, ни пуха, ни пера. Спасибо. Мы от всей души благодарим вас за этот литературный вечер, как баханчик сегодня у нас не прозвучала Аида. Вот это осталось еще последний элемент нашего удовольствия, и на этом мы с вами прощаемся сегодня. Так я хочу, вот теперь эта встреча, вы забудьте, что у вас встреча с Вадимом Аркадьевичем. Я сейчас, как продюсер Аиды... Когда душевные, они такие... Я не знаю, как сказать. Thank you.
году закончила музыкальную школу на отлично. Ну, конечно, мне бы хотелось бы, чтобы вот моя воспитанница, которая, ну, у меня 6 лет, как говорится, я нянчусь с ней, да, чтобы продолжила музыкальное образование, может быть, по вокалу или по, ну, инструменту, но пришли мы к такому мнению, ее мама, я и она сама, чтобы она поступила, если сумеет, сможет, хватит у ней вот прыти, ума, знаний, поступить на журналистику. Английский факультет. Почему я такая уже, знаете, мне мало, Карачаев, мало здесь. Я хочу с Мерти Саидой дальше, где-то в Америку, в Англию, где-то побывать с ней вместе. И думаю, я хочу, чтобы она свободно владела языком. Петь она умеет на английском, хорошо поет. Но чтобы говорить и понимать просто, понимаете? А то пойду на няни Б, допустим, я пойду в Нью-Йорк. Меня приглашали. Я несколько раз пыталась получить визу, но почему-то меня в посольстве в американском или за шпионку принимают, или что? Дважды отказали. Понимаете, отказали мне в Америку полететь. Но я обязательно полечу, и с Аидой. Но если я туда поеду, я ни Ани Бэй не знаю. Аида, вот будь свободна, ну, помогать нам там творчески работать. Я думаю, хочу обязательно в Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, где много очень карачаевцев, вместе с Аидой организовать новый кружок, не кружок, ансамбль Баппахала, американские Баппахала. Аида еще, мама, очень хорошо выступила 18 числа в Черкесске в драмтеатре, буквально 2-3 дня назад, в драмтеатре на авторском вечере знаменитого карачаевского композитора и певца Марата Кочканова. Там она спела его песню на мои стихи «Солдат она». И, в общем, как ее, судя по тому, как аплодировали, то ее очень тепло приняли. Аида пока напоследок что-то нам сыграет очень хорошее одну песню, потому что вы все устали. Я хочу вас поблагодарить еще раз. И каждого, каждому хочу сказать отдельно, я вас люблю. И хочу сказать вместе, я вас всех люблю. Правильно заметила ваш педагог, что вот любовь, что такое любовь для меня? Мне кажется, все мы должны друг друга любить так. И за друг друга, вот, ну, друг другу быть таким вот, сосед ли ты, на работе ли ты, ну, как сестры родные. Вот я так воспринимаю жизнь на земле. Но мы не доросли до этого, мы люди. Вот люди сами по себе, вот еще как-то роботы, вот мы не умеем выше быть наших собственного тщеславия, собственного я. Любить человека так, чтобы, ну, больше себя, в ущерб своему самолюбию. Мы не умеем так. Мы, это не значит, вы не обижайтесь кто-то, если я так говорю, потому что жизненный опыт большой, много читаешь, общение такое, понимаете, в роддоме, в гинекологии постоянно обновляются эти женщины. И вот когда слушаешь их вот разговор, и... Говорить, чтобы на мечте осталось, я давай. Пожелайте мне, накажи все, что хотите. А на меня земля. Дайте!
А, да, да, да. Ты дрыгаешься. А, да, да, да. Эй, девочки, меня! О, давайте танцуйте, я буду вас снимать. Просто внутри посмотрю. Да. А, да, да, грузит. Стрельги зарядно повалили, шатал вам. После не дашь? После уже батарейки хватит. Да, нет? Да? Только я чай, она им так. Юля! Бери кара, Юля! Бер карап тур. Юля, бер карап. Yeah.
Смотрячка. Ой, красавец.